О, вот наши улитки спустя где-то уже 8 месяцев. У них появилось потомство, причем очень большое. Сейчас покажу. Спроса там тьма. Вот. Нашествие. Сейчас они все быстро пойдут к еде. Я им дал еды, там огурцы, салат, эти рачки, немножко витаминов и листики черники. Вот они их всех с крышки снял специально, чтобы они попали в кадр. Сейчас они начнут медленно-медленно добираться до еды. Вот все полосатики. Просто тьма. Я даже не считал сколько. Я сначала посчитал. Штук до 40 что ли дошел. Потом сбился. Ну, они везде и на спине. Кстати, часть улиток выбегает, когда так получается. Крышку открываешь, и улитка падает. И падает туда, где я уже не могу достать. Вот тут еще одна сидит на крышке. Вот туда положу ее прям в еду. Мох они съели, тут мха было много, с этим будет завтра из леса принести. Сейчас чуть позже я подключу. Сейчас они заберутся. Так вот. О, тарелку видно. На улице.